посмотрите, у нас на крюк села огромная чебыча. Бля, Макс, давай. Сколько, Макс? Делаем кратенький рассказ о этом интересном сезоне. Но с Богом. Забуксовали. Можно было чуть-чуть и нежнее. Да ну да глянь, даже лодка чистая. Встаем на очень эксклюзивном месте. Оно очень живописное, красивое. Это остров. Нашли еще схрон с пузырями. Вот горочка. Это походу все пузыри закопанные. Да, короче, наводим порядочек в лесочке. Не вспыхивает. Бензин прошлогодний. Все. Вот так мы боремся с браконьерами. Хорошо горит. Такой вот уже у нас пейзажик вырисовывается. Чуть экологию нарушаем, ну а что же сделаешь? Че? Давай. Огонь. Работа кипит. Красота, да? А? Не очень большой, да? Подожди, подожди. Я ничего не делаю. Дома. Хорош, хороший, блядь. Десятка. На пульте орел. Нормально, блядь. Горбатая палатка рулит. Ехала. Попус, октопус. Кидаем. Где ходит сима. Опа! Нет, есть, пробитие! Блядь. Я сказал! Ушла! Сошла? Блин! Но все равно оставляем, надо. Так, что у нас там? Лесенка, колебалочка, октопус. Бульк? Вот, прям по голове. Помедленнее. Оп, есть! Нет пробития! Ух ты! Ты видел? Свечу снимай, снимай туда.
идет на меня. Касатик. Титаник. Торпеда. Торпедо. О, ничего себе, смотри, вон она, лево. Да ты что, это лево, крупное? Вправо давай. Не-не-не, это ты что, ребят, это, ух ты. Я вообще ничего не вижу. Это серьезный аппарат. О. Чавка? Чава, да. Чава, да? Снимай. Снимаю. Готов? Да. Теперь. Снимаешь? Да. Снимаю. Аккуратнее. Ну, не спи, что ты спишь? Просто монстр. В домику. Учитесь. Это что, трёшка, да, смелая? Покажи мне все. Давай. Так это чава. Чавычка, да? Чавычка. Да. Ну. Ну. Возьми мои. Что, берем или нет? Да, возьмем. Берем? Отпустим? Отпустим. Все, значит мы отпустим. Мы такие не берем. Ну, хорошо. Мы же не голодные. Ну что там такое? Ты один вытащи, потом второй. Ага, за хвост он возьмет. Давай, соситесь. Поцелуй. Это Чавыч. Красавчик. Трешка уверенная, да? Ну что? Давай там. Давай. Закровил, блин. В следующем году встретимся, да? Договорились? Все, супер. Не пострадало. Рыбаки думают, вот дураки, такую рыбу отпускают. Но мы можем себе позволить, да? Лёня. Ладно, все. Как зам про меня говорит, а Андрей наслаждается, тянет чавычу. Струя у нас тут, течка лютейшая, конечно. Взяла чавычка, я решил перекурить, пока будет процесс длиться вылаживания. Хоп. Давит. 6-7. Ну, такие так, дела. Долго мы за ней шли. Третья точка на маленьком расстоянии. Все-таки мы ее настигли. Будем брать. Концовка будет позже. Уходит? Уходит, блядь. Уже розовый шнур, блядь, пошел. Шпуля кончается? Кончается. Блядь. Сейчас пойдем за ней. Все, мы выходим.
Снимаю. Взяли чувычу. За яйца. Походу. Шнур намотала на голову. Ждем, сейчас срежут. Воблером. Тройником, вернее. Шнурок. И чевыча, ты хоть засними ее, какая она. Ху! Хорошая. Разминочная. Давай. Ты что, на устал? Дай сачок. Давай. Я попробую сам взять. Ничего себе. Никогда такого не было. Так. Можешь помочь все-таки, Макс? Погоди, у нас же кино. Ну давай, давай, выйду. Блюра. Без дублера работает. Five minutes later. А что это вы тут делаете? Все, короче. Оформили. Обучение сынков. Мать учения. Игорь, говорю, давай встанем под бережок. Нет, там нету рыбы. Встаем. Первый заброс. У нас чувыча. Чувыча, Игорь? Вроде как. Ну уже не сима, мы уже на симе потренировались, только вот по тем бережком. О, это уже посерьезнее парадка. В общем, я его припалил, что он здесь живет. Голову высовывал, да. Вот он. Я говорил, со второго клюнет, но она клюнула с первого. Будем брать? Торпедолов зацепил торпеду. Ух ты! Семерочка. Семерочка у нас на связи. Компания «Горбатая палатка». Как? Компания «Горбатая палатка». На связи. Она сейчас не дастся, наверное. Я реально взял сачок. Конечно. Короче, у нас дубль 2 будет в лодке. Дубль 2. Ну что, ребят, хочу сказать. Утро. Не 7, а 10 получилось, правда. Неплохое. Взяли вот такую вот чевычу. Вот это вот ряночка. Вот такую вот чевычу. Так что приезжайте все к нам. Да. Горбатую палатку. Утро началось у нас успешно. Взяли вторую чевычу. Вот, сошла. Такое бывает. Дубль номер 3. Да, какие свечки делают. Свечки вообще лупят нормальные. А и красавица какая, что творит. Снимаем. Сейчас покатается. Я еще нынче не катался. Уходим в море. Небольшая, 8 кг, наверное, да, Маш? Да. Сикача дает доброго. Вообще желательно лучше бы сошла бы. А вот она, коряга, вот. Вот она. Вот она. Давай, вставай, я на руль. Так, надо возьмем. Сейчас в лету ловить. Сейчас по классике сделаемся. Сейчас она нас до дому, до лагеря довезет. Час рыбачим. Как ловить надо. Три чевычи. Одно отпустили, одно взяли.
Ну это отпустим сейчас. Это походу, да, сейчас мозги нам покомпенсируют и уйдет. Уходим назад, откуда пришли. Красота. Костерок. Шашлычок Максим делает. Заводит. Вечером мяско будем жарить. Столик наш, лагерь. Вот, а там банька вдалеке. Туалет. Готовит, что пойдет потечь. Якорь, говорю, пока не кидай, здоровая рыба. А что ты делаешь-то, блядь, Винни-Пух? Первый раз ощутил в этом сезоне, коленки затряслись. Значит, что? Хорошая. Пятнашечка? Да. Вообще не идет, да? Вообще не идет. Конкретно отдавить. Блин, она один раз только поднялась, да? Уже чевыча. Ну, Макс, пока 3 минуты. Уже хватило. ТПшечка новая отрабатывает. Так это как его? Завтра здесь будет все в лодках. Он сидит, блядь. Да, на чего перейти сюда? Самое главное не спешить. Хотелось бы ускорить процесс. Но там очень без вариантов. Что-то такое проскакивает там. Лишнул. Надо дать рыбе чуть-чуть устать. Знаешь, сбивать головой. 5 минут, Макс. Полет нормальный. Еще на 10, Андрюх. А? Еще на 10. Да, может пока паузу? Если сейчас не обрежет шнур, а что-то прям опять трын-трын. Ладно, в следующее включение через 5 минут. Еще не взял, а? Че? Не подходи. Че, он мне угрожает, да? Погладить 1000 рублей, Вадик. Рыбу. Ну что, Макс, все? Макс, сейчас пойдем в этот, где сеть, шорт загрузишь. Тебя сейчас сразу последнюю неделю выкупят. Страшно, блядь, коленки трясутся. И подсак... прикинь, это побитие рекорда, а? Макс, а прикинь, у тебя подсак рваный же, да? Да. Ты аккуратнее, только с головы, помнишь? Я все помню. На уровне шнура. Поднимешь.
Это воблер ошибок не простит, просто не простит. Ну я понимаю, да. Воблер не простит, и ты не простишь. Ух ты. Подожди. Для телевидения, для телевидения. Где? Вон она, смотри, смотри. Подходит. Поднимаем. Смотри, хоть на видео у нас останется. Ясно. Давай, давай. Давай. Че, давай, я снимаю. У-у-у, там лосось. Вот. Вот это мощь. Смотришь? Ну. Блин, смотри, как он взял тут. Так, ну чё? Наверное, я выключаю. Ну всё, конец бедной жизни! Записал? Записал. Теперь с фото один раз их... Вот так.